На торжественную церемонию открытия детского сада «Конфетти» спешили мамы и папы, бабушки и дедушки, а впереди них бежали малыши. Домашнее воспитание хорошо, а в коллективе веселее. Да и родителям хочется сделать небольшую передышку, пока чадо в надежных руках воспитателей. Старший ребенок ждет так уже 6,5 лет. То есть уже осталось вот чуть, уже в школу. То есть не дождались. Ну вот теперь ждем, когда маленький пойдет. То есть 3 года в следующем году пойдет, надеемся. Детский сад в полную силу начнет работать через 2 месяца после согласования всех необходимых документов, а также полного комплектования штата сотрудников. Работа очень серьезная, работа с детьми, поэтому воспитатели должны относиться к этому более чем серьезно и более чем должны быть профессиональными. Поэтому каждый человек проходит личное собеседование со мной, но некая ячейка у нас уже укомплектована. Руководитель администрации Одинцовского района Андрей Иванов оценил работу строителей, выполненную качественно и в срок. Итак, открытие муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения состоялось! Ура! Это второй за месяц открывшийся сад в Одинцовском районе. Всего в учебном году было сдано 5 дошкольных учреждений, но очередь остается очень большой. Основная задача в ближайшие 2-3 года – закрыть очередность в целом в Одинцовском районе. На сегодняшний день она 3800 мест, которые нам не хватает для наших детишек. Мы активно работаем с теми застройщиками, которые несут на себе социальные обязательства и однозначно их выполнят в Одинцовском районе. В таком красочном доме друзей на 2 этажах размещаются 8 групп для детей разного возраста с игровыми и спальными зонами, кухней. В садике есть бассейн. В здании просторные коридоры, обустроены спортивные и актовые залы. Для гостей сегодня были подготовлены концертные номера. Очень понравился, все великолепно. Бассейн очень нам понравился. Ну, концерт, конечно, интересный. Тебе понравилось? Понравилось. Понравилось. Пойдем в детский садик? Пойдем. Елена Филина и Михаил Глазков. Новости Подмосковья из поселка Заречье Одинцовского района.